Модуль первый. Профессиональное самоопределение. Пришло время набираться профессионального опыта, повышать свою квалификацию и стать одним или одной из самых востребованных кадров в своей профессиональной области. Но для этого необходимо пройти стажировку с целью получения практического опыта и квалификации. Стажер, по сути, это лицо, получающее теоретические знания и практические навыки по определенной должности, профессии или специальности. Стажировка – деятельность по приобретению опыта работы или повышению квалификации по специальности, а также работа по специальности в течение определенного срока. Стажировка предполагает обучение работника в процессе трудовой деятельности и является одной из форм повышения квалификации. Стажировки дают студентам и молодым специалистам возможность получить ценный прикладной опыт и наладить связи в профессиональных областях, которые они рассматривают для карьерного роста. А работодателям предоставляется возможность направлять и оценить таланты. Цель любой стажировки – это повышение своих профессиональных навыков и знаний. Применение полученных знаний на практике, получение практического опыта и повышение своей профессиональной квалификации и создание профессиональных связей. Для этого в первую очередь мы отвечаем себе на следующие вопросы. Для чего мне нужна стажировка? Чему я хочу научиться? Каких навыков, знаний и опыта мне не хватает? Где я могу пройти стажировку? Если у вас есть ответы на вышеперечисленные вопросы, то вы можете приступить к подготовке списка организаций и предприятий, где бы вы хотели пройти стажировку. И далее с подготовленным списком, резюме и сопроводительным письмом обращайтесь в организации с просьбой пройти стажировку. Но мы рекомендуем вам углубиться и пройти несколько подготовительных этапов для того, чтобы результаты прохождения стажировки были максимально эффективными. Ответьте на следующие вопросы, которые помогут вам самоопределиться вашей профессиональной деятельностью и стажировкой. Первое. Какую работу я хочу? Второе. Где я хочу работать? Третье. Чем я хочу заниматься? Четвертое. Каким специалистом, профессионалом я вижу себя? И пятое. Какие профессиональные навыки у меня хорошо развиты? Шестое. Какие профессиональные навыки у меня плохо развиты? Подумайте, сделайте выводы, напишите свои выводы, какой деятельностью хотите заниматься, каким специалистом себя видите вы. Сотрудники ближайшей службы занятости населения с удовольствием проконсультируют вас. Удачи!